Что, друзья, всем привет! На связи Антон Рожновский. Наверное, вы меня немножко уже заждались, но я спешу вас обрадовать, что мы наконец-то закончили работу над нашим советником. Для этого советника я придумал очень интересное название такое. Помните, у нас был советник под названием Мандарин. Одни из наших самых успешных роботов, я вот заметил, они всегда назывались в честь чего-то такого живого, известного, да. И если кто-то читал, кто-то помнит еще с тех времен, да, у нас был даже клиент, который закрыл свою ипотеку благодаря торговле с советником Мандарин. Вот, и я рад сообщить, что советник получился. Мне очень понравилось, что мы наконец-то отвязались от времени. Больше мы не привязаны к тому, в какое время там мы должны торговать, там, что он только утром ищет сигналы. То есть у нас немножко жарко. У нас получилась вот такая ситуация, да, что если раньше с нашими советниками он анализировал только утреннюю ситуацию, и в результате мы, бывает, пропускали какие-то вечерние движения, да, я думаю, все заметили, я это особенно, мне это очень не полюбилось, да, что в последнее время тот же самый евро-доллар у нас гуляет по ночам, причем так неплохо гуляет. Я задумался над идеей создать робот, который торговал бы в любое время, и мог, в общем-то, это делать практически круглосуточно. То есть всю активную рыночную европейскую сессию мы однозначно будем отслеживать и искать какие-то свои торговые сигналы. Советник начинает анализировать не просто какую-то утреннюю там ситуацию, дневную ситуацию. Советник анализирует, наконец-то мы нашли алгоритм, который позволяет анализировать именно уровень и реакцию цены на этот уровень, то есть поведение крупного участника уровня. То есть помимо того, что мы определяем тенденцию, то есть направление позиции крупного участника рынка, мы видим именно тот момент, когда он начинает защищать этот уровень. И советник, анализируя эти моменты, открывать сделку именно там. То есть это максимальная надежность открытия вашей позиции. Второй момент, который мне также безумно понравился, нам удалось сократить просто до минимума количество сопровождающих ордеров позиции, да, чтобы вводить без убыток или избегать каких-то жестких стоп-приказов. Да. То есть у нас получилось сократить количество сопровождающих ордеров всего до 3 штук. Это, ну, если вы уже имеете свой опыт на рынке, если вы используете наши торговые роботы, то вы понимаете, насколько это стало надежнее, насколько это стало безопаснее для вашего депозита. Ну и для сравнения, почему я называю это действительно нашей лучшей разработкой на текущий момент, потому что при учете того, что мы максимально снизили риски торговли с автосистемой, доходность удалось, ну, как минимум, оставить на прежнем уровне. То есть за текущий год и за прошлый год, то есть мы взяли просто отрезок в год, без определения тенденции, советник смог заработать более 500% прибыли. То есть его средний доход, это без учета капитализации, друзья, то есть его средний доход в месяц составляет 30-40%. И это, я думаю, что даже чуть-чуть больше, чем показатели наших предыдущих роботов. Уже в ближайшее время ожидайте релиз нового торгового робота. Обязательно сделаем бронь, потому что готовить его еще, делать всякие красивости, готовить видеоинструкции. То есть, как обычно, я подготовлю максимум материала для каждого человека, который, в принципе, может даже не понимать, что такое рынок, как там торговать, где открывать счета, да. То есть, опять же, создам огромную инструкцию и в плане того, конечно, как использовать эту торговую машину. Думаю, что мы сделаем несколько тарифных планов, потому что у каждого человека есть свои потребности, свои возможности финансовые и свои личные интересы в формате того, что, возможно, кто-то хочет просто попробовать торговый советник, да, и сравнить с тем, что он использует на сегодняшний день. От себя могу точно сказать, что это наилучшая разработка автотрейдинга, которую мы когда-либо делали за эти предыдущие 8 лет, и я думаю, что она порадует каждого из вас, и вы очень удивитесь тому, что действительно возможно делать в автоматическом режиме. И, кстати говоря, этот робот, за счет того, что он прошел все эти моменты тестирования без определения тенденций, вполне может называться также автоматическим. То есть для тех людей, у которых вообще нет времени там каждое утро или смотреть мою аналитику, для них есть отличный шанс получить робот, который будет торговать вместо них, и им даже не придется, собственно, открывать компьютер или там находиться какое-то определенное время у себя дома. Я думаю, что это то, чего ждали очень многие трейдеры, и мы это наконец-то сделали. Советник я хочу назвать Lemongrass. Я сразу признаю, да, я это услышал в рекламе, я думаю, тоже это слово у всех на слуху, но мне очень понравилось сочетание лимон, да, ну мы понимаем, что такое лимон, да, в формате торговли на бирже, в формате людей, которые зарабатывают деньги, и grass как перевод зелени, да, то есть и лимон, и зелень. Ну, я думаю, что это немножко даже круче сочетание, чем мандарин, да, вот, поэтому
Я уверен, что у этого робота громадный потенциал заработать деньги для каждого из нас. Нам еще предстоит, как я говорил, сделать красивости, там всякие панелечки красивые, все это сделать удобно, создать инструкции. Но обязательно в ближайшее время мы откроем бронь на этот робот, и вы сможете взять его по максимально... Ну, вы сами знаете, что по броню у нас всегда самые выгодные условия. Так, и еще в комментариях у меня спрашивали по поводу того, что будет, если вдруг закроют Форекс там, или вообще как быть, если действительно примут этот закон. Да, мой прошлый ролик, вот, когда мы обсуждали то, что к лицензированным брокерам не особенно хотят люди идти. И мы с вами разговаривали на ту тему, что вообще может случиться, если вдруг действительно нам прикроют. Так вот, я немножко покопался в законодательной базе, было время, чтобы посмотреть, поизучать все эти моменты. Так вот, с законодательной точки зрения, друзья, вряд ли это смогут запретить. То есть, если хорошечко так, иди-ка сюда, повернись. Вот, молодец. Это мой интерстеп. Помните, да, я как-то вам показывал? Мой электронный робот, который меня снимает сам. В общем, получилась вот какая ситуация, что по законодательству любой гражданин Российской Федерации имеет право, полное законное право, инвестировать свои деньги в зарубежные компании. Да? Да. И... конечно, бывают всякие подозрения, и многие из нас, из вас могут сказать о том, что, ну, если захотят, запретят. Вот тут очень классная такая штука, да, что не захотят, потому что я думаю, что все прекрасно понимают, что люди, власть имущие, огромное количество своих денег хранят как раз-таки за рубежом и инвестируют где-то за рубежом. Поэтому никто от вас ни в коем случае не закроет офшорных брокеров. В этом формате вы можете точно не переживать, друзья мои. Просто найдите хорошую торговую стратегию, которая будет вам приносить заработок. Как только вы ее найдете, все у вас будет хорошо. Не переживайте по поводу того, что где-то там что-то закроют. Если вам этот инструмент интересен, и эти брокеры действительно видят, что здесь очень огромный большой рынок, они с него не уйдут. И у нас всегда будет возможность инвестировать в любую зарубежную компанию, потому что это право у нас, скорее всего, никто и никогда не отнимет. Это просто невыгодно. Нужно, знаете, в наше время, мне кажется, нужно смотреть не то, что можно, нельзя по закону. Да, по закону тоже нельзя и по Конституции. Но более убедительный факт, да, заключается в том, что этого просто не захотят делать те, кто принимает законы. Просто если они запретят инвестиции там, да, и вложения где-то в зарубежные компании, собственно, потеряют больше они, чем мы. Да? Поэтому здесь ни в коем случае не переживайте, всегда останутся хорошие, надежные брокеры. Единственное, что здесь вам всегда подскажу я, каким брокерам действительно лучше всего идти. Мои брокеры, которых я рекомендую, в ссылочке под описанием этого видеоролика. Все, друзья, в ближайшее время ждите наши обновочки из четверга. Я возвращаюсь в утреннюю аналитику. Ждите меня на канале с 9 утра до 10. Мы встречаемся с вами на YouTube-канале и обсуждаем аналитику по двум важнейшим форекс-парам: евро-доллар и фунт-бакс. Все, спасибо за внимание, друзья. Поставьте обязательно лайки, напишите в комментариях свои вопросы, если они у вас появились, да, свое мнение на тему того, могут ли закрыть Форекс в России. И до встречи. Пока!